Интересно. Хотя я зашел за это. И он мне говорит, сенсор. Суп из ребрышек. В общем, приехали мы в отель. Туда не... Короче, ем с пакетиков куриная каша. Что-то цвет какой-то странный. Так вот, по-корейски. Когда вы едете со мной, видите, сколько времени мы экономим. И проезжаем километровые пробки за просто секунды. Езжаем в город Буё. Город в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Приехали в Национальный музей города Буё. Во многие музеи вход бесплатный в Корее, поэтому здесь тоже бесплатный вход. Вот такие вот черепахи. Это Корео, 11-13 век. Ножи из камня. Наконечники на копья, на стрелы. Примерно восстановили, как они жили. Кульминация этой где? Культуры. Где? Из бронзы, да, вот это изделие. Технологию показывает, как они умели. Очень. Произведение искусства. Это самое известное бронзовое изделие. Государство Пекче. Полностью из бронзы. Использовали при в церемониях. Доставили благовоние. Вот такой своего рода подсвечник. Очень утонченная работа. Здесь изображены феникс. Здесь вот под разные животные. Красиво. Чего тебе страшно? Эти украшения для крыши. Лотос. Это очень известный стиль. Пекче. Узоры, вот этот стилистика. Что не выяснили. Не выяснили, для чего использовали такой большой горшок. Тут человек небольшого роста вместится. Но он не стоит даже. Все, он такой овальной формы. Очень интересно. Интересно. Хотя, в принципе, можно поставить, но... Но он упадет. Здесь достопримечательности города Буё. Мы сейчас находимся вот здесь вот. Национальный музей Буё. Здесь всякие гробницы обозначены. Еще тут посмотреть много чего, но у нас здесь две ночи, один день. Мы с детьми, у нас такая больше детская такая программа.
Приехали в ресторан. Сейчас пообедаем. Вообще обожаю такие города. Тихий, спокойный. Наш ресторанчик. Пока они там заказывают, я попробую банкомат найти. Нравится, что здесь парковки бесплатные почти везде. Не то, что в Сеуле за каждые 30 секунд платить надо. Тут за каждые 10. Короче, думаю, что мне тут говорит-то? Там ведь сенсор стоит. Я встал вот здесь вот. И он мне говорит, типа, не подходите к тротуару близко. О, видите? Я зашел за это. И он мне говорит, сенсор. Кстати, я в Сеуле такого не видел. Смотрите, сейчас отойду. Он замолчит. Интересно. Безопасность. Да, банкоматов. Вон, видите, он тоже встал. Парень. И там говорит этот сенсор. Близко не подходи. Я в Сеуле такого не видел. Какой-то ресторан шикарный здесь. Ладно, далеко не пойду. Почему банкомат я не нашел? Может быть, там в отеле есть. Там уже, наверное, заказ готов. Зайдем покушать. Это у нас кальбитан. Суп из ребрышек. Это у нас дэчу, жужуба. Разновидность фиников, его можно есть. Компот вкусный из него. Кимчи, кимчи. Холодная лапша. Включается соевый соус с хреном. Соль. Смотрите, здесь ресторан. 3 звезды. Присудили. Сертификат с номером. С 2001 января. Короче, 3 звезды. Вообще заведение простое достаточно. Въезжаем в отель. Главные ворота в стиле бекче. Очень надо спешить. Да? Я не знала, что так быстро закрывается. Сколько денег? Мы лучше, да, отель? В этом городе. В этом городе. Приехали на нашу дачу. Видите, на нашей даче сотрудники уже постелили ковровую дорожку. Наша охрана. В общем, приехали мы в отель Lotte Resort, самый лучший в этом городе Буйо. Сейчас нам надо быстро в аквапарк. В общем, Lotte — это одни из лучших отелей в Корее, считается.
Аняса. А окна грязные. Наша горничная пошла. Давай чей чемодан быстрее дарить. Эй! Дэниел, я выиграл. Короче, давно не были на даче. Забыли, где наш номер. Столько номеров у нас. Но мы решили остановиться в том маленьком, таком маленьком-маленьком. Эй! Комната без кровати. Главное, веранда. Че ты радуешься? Ты на полу будешь? Подаги сатя, йога пачали. Какая ванная. Да. Хорошо, когда есть деньги. Пойдем, одевай купаться, пойдем, сейчас закроют. Слушай, там такая площадка на улице. О, еще одна ванная. $500. А нет, 500. За две ночи? О. Здесь барбекю можно делать? Андрей. Давай подержу. Давай, залазь. Ой, да, быстро. Ой. Дэниел, иди туда. Давай, ну что ты? Ну, быстро, давай. Сзади залазь, сзади. Давай, держу. Давай, ниндзя. Все. Сиди ровно. Ногами шевели. А чё мы здесь приехали-то? Воды есть, да? За хлебочком. За хлебом. За хлебом мы в булочную приехали. Да. В булочную. И на завтрак опять. Лотте аутлет на завтрак. На завтрак. На завтрак. Ух. Тяжелый ты пупсик становишься. Короче, кому интересно, это $5 стоит булка. Все по $5. Короче, заказали вкусняшки, курицу у дедушки, кашу с курицей, желудочки. Это я уже ел в какой-то серии.
Ссылочка будет сверху. Куриная каша. Mm-hmm. Что-то цвет какой-то странный. Из этого коричневого, томного. Mm-hmm. В общем, желудочка, курица, куриная каша. Короче, ем с пакетиков. Досталась мне тарелок. Острый соус. Спасибо. Будем на полу спать втроем. Так вот, по-корейски.